Меня зовут Анюта, и вы на канале Такой. И сейчас лето, и самое время собираться в путешествие. Поэтому сегодня я вместе с вами хочу упаковать вот такой вот чемодан и собирать бумажную коллекцию под названием «Путешествие». Сегодня в видео будет целых два чемодана, потому что я выиграла огромный чемодан Волк на канале Funny Bunnies. Я бы даже сказала, это целый чемоданище. Так что у нас сегодня будет настоящее чемоданное настроение. Я вам очень рекомендую зайти и подписаться на канал Funny Bunnies. На своем канале Вэйвэй и Имин не только проводят крутые конкурсы, но и снимают веселые челленджи и интересные эксперименты. Они очень веселые. Ссылка на канал Funny Bunnies будет в описании. Время путешествий начинается! И здесь вот такие пакетики с земным шаром. Посмотрите, как их много! Ну а что же в чемодане Воу? А здесь какие-то капсулки. Первый пакетик. И здесь маска для сна. Посмотрите, какие на ней закрытые глазки. И приклеим ее в чемоданчик. Маска для сна – это первый сюрприз, который мы берем в путешествие. А что мы возьмем в поплаву? Кстати, здесь огромная лупа. Это блестящая кепочка. И еще одна. И сапожки. И вот какую крутую одежду берут куклы Воу с собой в путешествие. Мне больше всего нравится вот этот костюмчик. Следующий пакетик. Вот этот. И здесь повторка, масочка для сна. Откладываем и берем следующий пакет. А здесь у нас телефон с наушниками. И приклеим вот сюда. Будем слушать музыку в дороге. И еще один пакетик. А здесь у нас крем для загара. Возможно, мы полетим в жаркую страну. Алло, посмотрите, целый набор капсул в чемодане. И здесь паричок. И какая-то кудряшка. И бледно-розовенькая капсулка. И какая-то радужная. И вот сколько париков у кукол Воу в этом чемодане. Продолжаем собирать наш чемодан для путешествий. Еще один пакетик. Здесь солнечные очки. Приклеим вот сюда. Дальше. И здесь кошелек. Не хотел вылазить. Кошелек нам очень пригодится в путешествии. Продолжаем. А здесь наклеечки на чемодан. Эту сюда наклею. А земной шар вот здесь внизу. Наш чемоданчик уже становится еще красивее. Пока на нашем чемоданчике только две наклейки, но в следующих видео мы будем путешествовать по разным странам и собирать наклейки с этих всех стран. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше путешествие. А здесь билеты на самолет. Билеты давайте сюда приклеим. Кстати, пишите в комментариях, кто хоть раз летал на самолете и куда именно вы летали. Та-дам! Шарики Воу! С одной стороны он голубой, а с другой розовый.
И здесь половинка сердечка, сумочка. Посмотрите, какая милая здесь малышка. Питомчик. Здесь какая-то коробочка с пиццей. А, вот, это правда сердечко, но пицца. Костюмчик для питомца. И там наш котик. Ну и куколки Лол. Модные очки. Халатик. А бутылочка какая модная. Похоже, это сестра нашей малышки. И следующий шарик. Еще одна модная бутылочка. Ой, такие красивые, кстати. Тоже похоже пижамка. И у нее какой-то костюмчик. И вот какую семейку волосатых куколок я нашла в этом чемоданчике. И снова продолжим собирать наш чемодан для путешествий. А здесь повторка, крем для загара. Отложим. И возьмем следующий пакетик. Что же там будет? Интересно. Здесь шлепки. Значит, мы точно летим отдыхать. Ставьте лайк, кто уже был на отдыхе этим летом или сейчас находится на отдыхе. Ну а мы открываем следующий пакетик. И здесь у нас паспорт. Ну куда же мы без паспорта? Без паспорта никуда не полетишь. Следующий пакетик. И здесь у нас камера. Вот такая вот модненькая. В нашем путешествии мы будем делать крутые снимки. Осталось еще два пакетика. Какой же выбрать? Тут у нас очень много пакетов. А это какие-то силиконовые парики, похоже. Здесь вот такая вот маска. А здесь какие-то золотые парики. И маска котенка. Интересно, а кто знает, для чего эти маски вообще нужны? Пишите в комментариях. О, тут целый ракет. И вот такая еще целая куча резиновых париков и масочек. И некоторые парики, кстати, даже подходят нашим куколкам. И я решила открыть вот этот. А здесь у нас карта. Карту путешественника приклеим сюда. Интересно, какие достопримечательности мы сможем увидеть. И последний наш пакетик. Ну же, открывайся скорей. И здесь шляпа. Шляпку приклеим сюда. И вот какой чемодан путешественника мы сегодня собрали. Пора отправляться в путь. Спасибо большое каналу Funny Bunnies за такой крутецкий подарок чемоданище Лол. Ну и вам, ребята, спасибо за лайки, подписку и колокольчик. Ждите следующих видео, мы будем продолжать собирать коллекцию с путешествиями. С вами была Анюта, всем пока!